Так, мы на пляже Орловка. Вязова роща. Сегодня с Качи взлетают самолеты. Каждые 15-20 минут огромнейшие военные. Вот у нас сейчас примерно где-то час. Самое пекло. Народ здесь разбежался. Тут очень мало народу. Самолетик пошел наверх. Вода очень мутная, но видно вот река Кача. Сейчас мы к ней подойдем. Несет глину в море. И примерно периметр такой, километра 3 в длину и где-то полкилометра до километра в море. В принципе, довольно тепленькая. Потом мы сплаваем на лодке, посмотрим с моря. Да, народу очень мало. Было часа два назад, было народу в раз 5 больше. Но так как сейчас солнце самое такое жаркое, все свалили. Можно посмотреть. Пойдем к реке Кача, посмотрим, что осталось от старого пляжа, дикого, куда было. Вот он, пляж детского лагеря Нахимовец. Детей было сейчас очень много, но, наверное, на тихий час, на обед все разошлись. Сейчас никого нет. Флажки. Что это за навесики такие небольшие. Буйки. Даже видно вдалеке уже вода начинает изменять цвет после реки Кача, которая... Сейчас мы посмотрим, что случилось с диким пляжем, на который в прошлом году приезжали на машинах. Грубо говоря, если так посмотреть, вот сдалека, вот этот пляж, я не знаю, сколько у него длина, ну, метров, наверное, 60, может быть. Можно померить шагами. Вода мутная из-за глины. Хотя реально она чистая. Но вот поднимается муть, это несет с Качи, и она тут илится. Походу, детишки собирали вынесенные... Это не солома, это пустотелая какая-то порода дерева, типа солома. Занимались уборкой. В прошлом году ни травы, ничего тут не было, тут все насыпали песка немерено. И вот что мы видим. Вот эта река Кача, она вот... Вот где она, что с ней происходит. Что они сделали, еще непонятно. Попробую узнать, что произошло. Вот заканчивается пляж лагеря. И пошло-поехало. Я не знаю, кому это приятно такое, но... Как девушка, которая снимала месяц назад, говорила о горах мусора, ничего не изменилось. Мусор вот он. Его очень много. Да, это может быть все нанесло с Качи, может еще откуда-то. Явно не бухали тут безумно. Но что произошло? Пляж, вот где я иду, вот это как бы коса появилась. Пляж был вот до сюда. Вот от тех заборов до сюда был пляж. У меня такое ощущение, что тут поработал экскаватор. Его просто, ну, грубо говоря, ликвидировали. Вот эти метров 10 пляжа, его нету. Его обрубили. Даже видно... ровный срез.
от техники. Вот это, скорее всего, нанесло все. Коряга. Скорее всего, взяли, обрезали, чтобы кача, вот эта река, она поворачивала, что ли, сюда. Хотя раньше было по прямой практически. Хотя были времена, когда она также поворачивала. Но вот такого перепада огромнейшего, грубо говоря, обрыва такого, мини-обрыва, никогда в жизни не было. Можно было спокойно даже через небольшой бродик спуститься сюда. Вот оттуда. А тут сейчас все заросло. Я не знаю, такое как это вредительство, что ли. Когда сюда приезжали отдыхающие или жители отдыхать и купаться, тут это столько травы не было. Ну понятно, потому что это все затаптывалось ногами. Такого не было. А тут всегда стояли машины. Ну не тут прям на пляже, а вот подальше, где забор, там грунтовая дорожка. Глиняная такая, в дождь там, мама, не горюй, можно остаться. А так проезжали машинки вот и до вот эти столбы, столбов-то не было. Все это все было дичка, это дикий пляж был. Вот мы видим разницу, как выходит эта речка. Даже у нее довольно небольшое течение, сейчас поближе подойдем. Вот общий вид. На пляж Вязовой рощи. Что мы смотрим? Да, нет, течение тут довольно сильное. Не знаю, какой тут брод. Попробую перейти. И вот тут у нас уже, о, холодная вода. И даже, я бы сказал, ледяная. Ну-ка. Натуральские. Блин, а бокса у меня нету. Вода очень холодная. По колено уже. Ох, ты сносит. Просто невозможно сносит. Ну, брод по колено, даже выше колена. Мы его сейчас перейдем. Ой, невозможно идти-то. Нифига вся речка. А я думаю, почему тут именно тут холодно в море. А вот мы плавали на лодке вот туда, за мыс. Там вода на градуса 3-4 выше. Блин, мне ноги уже сводит. Все, так, мы выходим. Вот мы брод перешли. Обратно, наверное, по песку пойду. Если будет есть возможность. Вода, наверное, градусов 15 в речке. Поэтому рядом, вот на этом пляже, рядом вода холодная. Она где-то в районе 20 градусов. Хотя, вот видно, даже разницу можно увидеть. С правой стороны более бирюзовая вода, с левой стороны более рыжая от глины. И пойдем посмотрим, что речка это или специально это сделали, чтобы дать возможность выйти этой речке. То ли сливают водохранилище, то ли еще что-то. Но смысл такой, что пляжа нет. Пляж мертв. Речку повернули, раньше сразу прямо шла. Речку повернули, а сейчас речку завернули налево. И она вдоль самого пляжа или смыла его, или это сделали умышленно. Непонятно для чего. Вот как выглядит у нас конец пляжа Вязовая роща. Ну, раньше который был. Сейчас у нас сюда, тут уже никого нет из отдыхающих. Хотя вот там наверху, ну, сразу можно понять, что тот мусор, который был в начале, его нанесло. Потому что тут
подальше. Ну, есть там несколько бутылок пластиковых валяются и все. Реально довольно-таки чисто. Тут чисто на пляже. Ну, кроме как там водоросли выбрасывают. Тут чисто, все чисто. Нет грязи. А там, куда зайти физически невозможно, практически, ну, можно там плавать, но там делать нечего. Вот, там грязь, она остается, потому что люди туда не ходят. А я так понимаю, убирать некому. Даже самим пришли, если бы туда была вот там калитка, я вижу. Раньше этого забора не было, а сейчас калитка, забор. И я помню забор, калитка была открыта, замок кто-то сломал, не знаю, как сейчас там. И туда можно было подъехать на машине. Сейчас везде все перекрыто, заборы стоят, ворота стоят. И смысла туда уже двигаться нет, потому что этот пляж, он река отсекла полностью пляж от моря. Делать там уже нечего. То есть все. Если бы прокопали экскаватором вот тут прямо, прокопали экскаватором в море по прямой, они заворачивали эту речку. Реально, мне это месяц назад речка выходила по прямой, вот так, в море. Или был вот небольшой изгиб был, вот сюда она выходила, где-то метров 10. Но то ли специально, то ли так природа распорядилась, взяли, речка пошла туда и погубила пляж. Вот тут, да, скорее всего, выходила тут. Почему? Расскажу. Месяц назад я приезжал сюда и видел, как сюда спускали, вот эта дорога, сюда спускали катер. Небольшой такой, бананы потаскать. Ребята приезжали по этой дороге, спускали катер и по прямой вот сюда его выгоняли, тащили вот на море. И что мы имеем сейчас? Все, уже катер тут не спустить. Грязь, грязь. Ну это глина, это не грязь. Я что ж такого темно-коричневого цвета. Вот ребята приехали, пойдем спросим у них, как они сюда проехали. Человек что-то ищет. Не Донбасс, чтобы что-то искать. О, пип, что-то пикнуло. А, ну наверное всякие цепочки, часики. Кто-то поставил. Добрый день, а подскажите, тут заезд для машин есть или только вы смогли проехать? Не знаю, там вон джип какой-то стоит, он же тоже как-то проехал. Джип, не автобус, я вот думал, потому что мы стоим там, а там, видите, вся глина, невозможно, и температура раза, ну, где-то на 3 градуса ниже, чем вот тут, потому что ледяная вода идет. Я думаю, можно ли как-то оттуда заехать. Там никто, ни веревок, ни шлагбаум, ничего. Нет, там нет шлагбаум. Хрен его знает, там проще. Ну да. Но мы там через этот сам. Ясно, спасибо. Пойду гляну. У меня лодка есть, я тут плавал на лодке до самого этого, до немецкой балки. Ну, хочется так на пару дней заехать, и чтобы не двигаться. А там детишек столько, голова уже трещит. Так, дорога вроде есть. Я так понимаю, что тут раньше было озерцо какое-то, как лиманчик. Вот высушили или спустили его, подсушили его. Что дальше там тоже есть несколько лиманов, может тоже сушат.
Вот наш как народ. Полянка, судя по всему, такая классная полянка для стоянки с ночлегом. Даже вот там поддон стоит. Ну вот люди что делают? Поставили мусор. Мусор разлетается потом по всему пляжу от ветра. Красота. Причем недавно мусор свежий. Не чтобы приехали на машине, не чтобы забрать его с собой. Нет, бля, мы оставим его. А кто-то захочет приехать и все. И не будет возле этой хрени стоять, потому что вонь будет стоять от жары. Еще идем дальше. Понятно, лужа, вроде несколько дней уже жара, но лужа есть. Может быть и дождик был недавно. Тут он еще. Ну, вот, мне кажется, тут все-таки была вода стояла. Была затоплена. Тут сейчас... Кран какой-то. Наверное, открыли, вода ушла. Шутка. Так. Лужа. Да, вода. Какие-то заборы, колышки. Что это такое? Молодежь. Профессор, музыка. Три мужика и одни бабы. Неплохие такие. Но запах тут не очень. Вот. Вот наши люди. Что любят нагадить. Вон автодом. Загнали. Вот это красота. 78, Питер. С Питера приехали с домиком. С детьми. А вот это все позаросло. Раньше все вот тут везде можно было встать. Потом запретили въезд сюда. Физически. А мы дойдем, посмотрим. Камыши, скорее всего, тоже вода где-то тут была. Опа. Заросло все. Обалденная набережная. С этого берега можно сделать просто супер отдых. Но вот почему-то вот так все. Вот пакетики. Положил пакетик, все, ставит. Зачем его нести или везти домой? На пляже же оно в сохране. Ребята с палатками на несколько дней. А вот интересно, тут камыша много, комар мог есть, или мошка по ночам, по вечерам. То есть вот мы пришли на пляж, где такой больше городской пляж. Он опять себе взлетает. Какой-то военный. Самолет. Ой, температура где-то 30-ка сейчас. Пост спасателей. Вот такая махина скачет, взлетела. Они летают каждые 15 минут.
целый день уже. Вот по запаху уже чувствуется, что рядом помойка, Ну, нормально, люди же могут позволить себе жить в говне, бля. Не, чтобы донести до мусорки, нормально, тут уже инфраструктура-то довольно налажена. Нет, мы давай тут, один поставил, все за ним начали. Так, если машина сюда заезжает, значит мы сейчас глянем, что мы тут имеем. Ну, я так понимаю, что вот только по этой дороге нужно заехать. Собака. А вот еще речка, причем стоит. Мышка, Вот она, орловка, застойно. Собаке жарко пошла к себе. Кафешки. София Киевская. Ржавая техника, она еще более-менее, а то что-то детишки сидят, все полностью убитое, блин. Ну что, это металлолом же, блин, раритет. Ну, судя по всему, сюда заехать можно, только надо потом выяснить, где этот заезд. Металлолом, везде металлолом. Скажите, нахрена это все тут сваливать? Дырявые. Вот как должны стоять мусорные баки. Вверх ногами. Один только нормально стоит, остальные все вверх ногами стоят. Так, дорога. Тоже тут. Да, хрена лысого. Судя по всему, там перекрыто. Как они сюда заехали, непонятно. Ну, туда я не пойду. Дорога есть, но сюда никого не пускают. Потому что тут полная жопа. А если сюда будет заезжать отдыхающий, тут жопа будет умножена на 10. Ставь машину и иди пешком. 10 лет назад вот этого всего не было. Может, 15 лет назад. Заезжали спокойно. Да, ведь была веревка там. По 10 гривен собирали. Но ребята мусор вывозили, вот этого всего не было. Вот уже, я так понимаю, как монополия такая. Прихватизация. Сейчас, наверное, на пляж пойдем. Через пляж пойдем. Включился собачка. Примерно жарко, она меховая. А это что написано? Непонятно. Какие-то таблички стоят. Бутылка. Пластиковая бутылка. Пластиковая бутылка. Что пластиковая бутылка? Сезона.
полупустой пляж. Так, спадр пустой. Там более еще так менее, что народу. Тут пусто. Песок очень горячий. Вот тут водичка класс. Вода, она раза 3-4 теплее, чем там. Стройки прям возле воды. Метров 50, наверное, даже не будет воды. Пойдем назад.